Добрый день. За январь месяц 2017 года на жилом комплексе «Элегант» по улице Старокубанская в городе Краснодаре на втором литере, который уже выполнен практически в полном объеме, выполнялись отделочные работы и работы по монтажу или инженерных систем. В то время на третьем литере за январь месяц выполнено в монолите три этажа. 12, 13, 14. На втором литере выполнялись работы по раскатке системы отопления, прокладке сетей электричества и пожарной сигнализации, оповещения о пожаре. Также, пока позволяла температура, выполнялись стяжки полов. Вот. Выполняется в ряде мест штукатурка, стены перегородок. Выполнено остекление практически в 100% варианте по жилому дому. На данный момент все работы по строительству жилого комплекса «Элегант» выполняются в четком соответствии с графиком производства работ.